Называется вантовый мост. Вот эти троса, которые его держат, называются ванты. У нас тоже такой. Да их таких по России очень много. Где у вас? В Питере. А, у нас в Казани тоже есть. Они везде, вот на север едешь, что-то такое. Да, да, тоже есть, да. Есть? Да. Все для людей сделано. То есть желающие, кто на Красную Поляну поедет, да? Ребята, я реально говорю, я нисколько не навязываю. И проходят спортивные мероприятия, как по борьбе без правил. Вот Ред-Арена, может, по телевизору видели, да? Вот зеленая крыша — это казино Сочи. Сейчас молодого человека...